Можно еще разворачиваться, надо попробовать. А, ну давай поздороваемся. В общем, сегодня очередная тренировочка. Сколько раз мы уже это говорили? В общем, это очередная тренировка, и сегодня она будет посвящена полностью отжимашкам. И, наверное, немножко прессу, посмотрим по настроению. Что-то мне неохота пресс делать. В общем, сегодня, без обмана, мы делаем обратный ход конем. Ты должна быть лошадка. Делаем обратный ход конем, 5 подходов. Потом, наверное, сделаем 5 подходов каждый на максимум отжиманий. Рассмотрим, какой вид. Ну, каждый кто как хочет. И после чего, если будет время и желание, мы сделаем уголок от пола тоже на максимум. Ну, по секунд 30, наверное. Потому что на максимум тяжело делать. Будем по секунд 30 пытаться делать от пола. Все, вот такой план у нас пока что. Может, что изменим? Сними его. Я еще даже не начинал тренить. Я так Саню увидел, уже испугался. В общем, сегодня мы делаем обратный ход конем. В чем он состоит? На словах обычно никто не понимает. И почему он так называется, тоже никто не понимает. В общем, я пока не буду говорить, вы просто киньте в комменты свои вариации, почему он так называется. Почему у него именно такое название. Состоит он в том, мы делаем 10 раз с ногами от этой перекладинки. Потом делаем 10 раз обычных от пола отжиманий. Потом мы делаем 10 раз с руками на этой перекладинке. Потом мы делаем опять 10 раз обычных от пола. И потом опять 10 раз с ногами от этой перекладинки. Все. Таких 5 подходов. А, и это все считается за один подход. Отдыха между такими отжиманиями нет. А между подходами? Между подходами 2 минуты. Хорошо. Все. Молодец, Маша. Она еще недовольна. Все. Ну что, подход крестины. 10 подтягиваний. Я, может быть, 6. Я только сейчас сделала 6, поэтому я не знаю, сколько. Я с 4 сделала только сейчас до 6, до 7, поэтому я не знаю, сколько. Ну ладно, мы будем считать. Пять, шесть, повиси, семь, камера помогает, 8 нужно точно. Восемь. Но руки еще держат, значит, делай еще. Мы можем делать уголок, который не комбо.
Нашел такую? Пацаны, а вы что тут делаете? Тусовка голых прессиков. Ну так что? Тусовка голых прессиков. Да, я про это имею. Либо так, либо... Это не так просто. Ну так что? Можешь на кулаках сначала, если не получается. Так что, за уголок на балу? А почему тебя заваливает назад? О, смотри, побежали. Ну так, табун не тих. Ну да, теперь да. То есть, они свободны. Теперь да, потому что осознал, как говорит. Или просто тяжело. Или почему? Да хоть что-нибудь давайте уже делать. Я сижу на площадке, и я уже мокрый. Я знаю, почему здесь мокрый. Нервничать не надо было. Я сижу на площадке, и я мокрый. Галян, ты вроде парень. Ладно. Че, по очереди, с кого начнем снимать? Да, конечно. Вот жопа. Садитесь на площадке. Не, против часовой. Потом Галян, против часовой. Вот так вот? Да. Или по часовой? Против часовой. Против часовой. Почему? Так Коля хочет совать. Саня держит уголок на максимум. Ну у него штаны такие. Туда хлоп эти колышки понаставил. А ты не на тех костяшках стоишь, тебе так проще. Стой на двух, а не на трех. Это импасар. Все, следующий. Это же больно. Не, не больно. Он тут мягко обвинается. Это же интересно. Вообще реально? Нереально. Это даже не очень тяжело, честно. Да, я и говорю. Конечно. Во, ну, машина. Я потом круто не прохожу, я опять... Стодневку здесь вообще не время. Вот я прохожу стодневку, я держу 2 секунды. Посекайте, у кого дольше... Хочешь ставить? Нет, на максимум держим. На максимум держишь по кругу. На максимум я не буду. Держим на максимум, пока это. Еще на минуту 2-3. Наверное, нет. Иначе я сразу сдохну. Что сделать? Коль, ты готов? Нет. Что там еще было? Да, я на клавиатуре. Некоторые на клавиатуре. Колян, давай, Колян, делай. А скажите, знатоки теории, это упражнение на пресс или... Это как... пресс и ноги включает, все. Ну, сейчас у нас второе упражнение, уголок на максимум на полу. Почему именно на полу? Потому что на турнике и брусьев можно халтурить. А на полу нет. Да, больше сидеть, как я сказал, это просто. Да. И незаметно. И незаметно такой сидишь. Ну, в общем, мы закончили уголок на полу, вышло у нас 5 кругов, решили так сделать, можно было бы еще поддержать, но это и так, по-моему, нормально, приятно число. Сейчас мы будем делать 5 подходов отжиманий, количество в каждом подходе будет разное, и вообще суть на максимум, но максимум это слишком абстрактное число, поэтому первый подход у нас 100 раз. 100 раз за один подход. Вот, в общем, вот такая у нас сейчас цель. Будем делать по очереди, скорее всего, чтобы все считали и, если что, поддерживали другого. Это большой плюс тренировки вместе, хотя почему-то многим это мешает. Я их не понимаю. Наверное, интегралы вы мне считают. Ну ладно, погнали.
В общем, мы сделали лишь один подход на максимум. И сейчас, да, потому что, к сожалению, я Крис помогал со стойкой, и теперь, я думаю, у нее не будет проблем с ней. И следующее у нас упражнение – это отжимание. Смотри, сейчас у нас идут 5 подходов. 5 подходов по 30. Или ты? Ну, я согласен на 2 подхода по 10. 5 подходов. Короче, делаем. Делаем. Делаем, в общем, пока что 3 подхода по 30 на брусьях максимально глубоко. Все, поехали. Ты ушел, Саша? Следующее упражнение у нас опять 100 отжиманий от пола. Еще разок давай. Оп. Отлично. 50. Еще 50. Саня, давай. После отжимашек мы делаем подтягивание. Как в предыдущем ролике вы все видели, такого же стиля. Почему бы и нет? Даже не знаю, по сколько. По 10, наверное, 3 подхода. Попробуем. Так, ну и после всего у нас, после посещения турника, у нас последний подход, это опять отжимание на максимум. Все. Ну, давай вторым дублем тогда заснимем. А, ну что ж, вот пошла к концу тренировка. Ставьте лайки, подписывайтесь там на канал, комментируйте видео, что вам нравится, что вам не нравится. Не знаю, будет ли фристайл фишечка в этом видео или нет, но, скорее всего, она будет. Да, там мне подсказывают, что она будет. Хочу сказать всем спасибо, кто поздравил меня с днем рождения. Мне было очень приятно слышать и читать все ваши поздравления. Это очень приятно. И
На следующей неделе, наверное, или нет? Нет. Да, будет на следующей, да, будет на следующей неделе видео, поэтому все, до встречи. Сейчас я покажу фристайл фишку на брусе. Наверное. Ну, это ты не меня слушаешь, это врач у нас. Оба. Так. Класс. Ну, вообще, смотри, мне было 19, я взвесился, это было вот за день до дня рождения, я весил 67, стукает мне 20-ку, взвешиваюсь, 64. Как тебе так, те же весы, то же место. Пару собак дёрнули. Всё, вот так вот.